Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня вам покажу, как скачать музыку с ВК без каких-либо программ. Открываем окно браузера. У меня будет Opera. В принципе, нету разницы, какой браузер. Можно скачивать как с музыкальных групп, так и со своей музыки. Давайте покажу на музыке. Итак, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-J. Всплывает вот такое окошко. Нажимаем Network. После Media. Воспроизводим свой трек, который хотим скачать. Вот здесь появляется на него ссылочка. Нажимаем на нее правой клавишей. Открываем в новой вкладочке. Здесь нажимаю на вот эти три точки и скачать. И как видим, загрузка началась. И теперь можно спокойно прослушать ее на компьютере, скинуть на телефон или куда угодно. Работает.